Друзья, всем огромный привет! Хочу показать вам относительно корзину здорового питания. Как вы знаете, я сейчас учусь на нутрициолога и пересматриваю свои пищевые привычки. И вот смотрите, что купила. Во-первых, тут очень интересные продукты. Мне очень интересно будет попробовать все это. Вот такой вот фрукт. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, какой внутри. Белый с семечками. Значит, яблоки, соевый соус, творожный сыр. А Андрюшка купила 3 кефирчика, которые он пьет на ночь перед сном. Нашла в магазине Пти-Птим. Давно хотела их попробовать. Пти-Тим, вернее, так называется правильно. Фунчоза. Смотрите, какие интересные штуки увидела. Джамплинги для жарки. Сейчас хочу уже даже взять одну и попробовать на обед. Вообще, что это такое? Это типа, я так понимаю, что это какие-то корейские пельмени, типа того. Вот, дальше купила свежий незамороженный брокколи. Очень люблю спаржу, натуральные вот такие вот 2 творожка без сахара и йогурт без сахара, печень куриная и креветки коктейльные. Я так понимаю, что они уже отварены. Вот, так что вот такая вот была корзина. Добро пожаловать в новый влог, оставайтесь со мной. С банановым вкусом. С банановым вкусом? Конфетки? Да. Очень вкусно, спасибо. Ну что, я приготовила этот пти-птим, пти-тим, как он правильно называется. Смотрите, ощущение, восприятие крупы, но по факту это макароны. Вот, прикольно. По вкусу очень прикольно. Все вот эти вот шарики очень мягкие. Хочешь попробовать, Андрюш? На, попробуй. Как тебе? Как тебе? Вкусненько? Угу. Будем кушать. Это какая конфета? С чем? С клубничкой. Попробуем. Очень вкусное, спасибо. И было вкусно. С шоколадом это было и с, и с конфетами. Да, очень вкусно. Вот это конфета с конфетами. Спасибо за конфеты с конфетами. Сейчас приехала домой, забрала посылку с Алиэкспресс. Смотрите, что заказала. Ресницы. Пучковые ресницы. Всегда заказываю от бренда Nisura. 8 мм. 2 упаковки. 2 упаковки 9 мм. 4 упаковки десятки, потому что десятка самая ходовая. А сколько тут? 3 упаковки 11 мм. 3 упаковки 12 мм и 13-миллиметровые даже, смотрите, какие длинные. Все вот эти вот пучковые ресницы от бренда Nisura, они хорошо выполнены. Классное у них основание и очень легко ими работать. Поэтому вот я осталась довольна. И еще заказала 2 вот таких вот спонжа. Весь американский TikTok пестрит просто вот этими спонжами треугольными. Будем их тестировать, будем делать пудру под глаза наносить, бейкинг пробовать этими спонжиками. В общем, будем все пробовать и тестировать. Ресницы пришли мне супер быстро, буквально за 1,5 недели они уже у меня в Томске, с Китая дошли. Но доставка, правда, платная. Доставка была что-то там 70 рублей, по-моему, что ли, или 60 рублей Почты России. Поэтому вот теперь я вновь с ресницами. У нас суббота, мы вышли погулять. На улице опять у нас 1-2 градуса. Идет снег с дождем практически. И вот тут Стас с Андреем катаются на снегокате. Довольный ребенок. Радости полные штаны. Держишься? Ну, погнали. Не страшно, сын? Не? Ну, пойдем в другой двор. Не страшно тебе, сынок? Не страшно. Не страшно. Ты у меня храбрый герой. Смотрите, какая у нас сегодня красивая погода. Мы ездили в магазин Светленд. Выбирали люстру. Андрюшке ничего не выбрали, что-то нам ничего не понравилось. Все какое-то либо слишком помпезное, либо слишком простое. Нету чего-то такого среднего. Вот. Поэтому наши поиски будут продолжаться. Идеальной люстры. Тут сейчас акция 1+1. Одну покупаешь, вторая в подарок. Но нам что-то ничего не понравилось.
Но я села учиться, слушать лекции, вебинары. Как я уже говорила ранее, я обучаюсь в центре онлайн-образования «Вектор-М». Я учусь по направлению нутрициолог, и по окончанию курса мне будет выдан диплом государственного образца. Очень много полезной содержательной информации, без воды. Есть лекции, практические задания, вебинары. В описании к этому ролику я оставлю ссылку на сайт центра онлайн-образования «Вектор-М», где вы можете ознакомиться со всеми курсами. А также оставлю еще одну ссылку, где будет контактная форма, при заполнении которой вы получаете скидку в 40% на выбранный курс. И помните, что лучшая инвестиция – это инвестиция в свое образование. А сейчас покажу вам, как мы украсили квартиру к Новому году. В зале, в большой комнате, мы повешали вот такую вот гирлянду «Дождь». Поставили небольшие декоративные такие вот украшения в виде домика из фикс-прайс, который я вам показывала, и елочку. Ну и, конечно, покажу нашу основную елку. Наряжали ее вместе. В основном к выбору игрушек серьезно очень относился у нас Андрей. В общем, получилась вот такая вот зеленая красавица. И, кстати, вот в этот носок каждый день Андрей требует, чтобы мы положили обязательно подарки. И в комнате Андрея повешали тоже небольшую гирлянду. А теперь покажу вам быструю уборку, которую я обычно делаю практически на ежедневной основе дома. В принципе, у меня чисто, но нужно, знаете, вот навести некоторые свежести, добавить в квартире. Что я делаю? Влажными салфетками я протираю все фасады кухни, значит, холодильник протираю, убираю какую-то посуду из раковины в посудомоечную машину. Посудомойку мы обычно загружаем вечером в ночь, а утром уже достаем свежую посуду оттуда, чистую. Также протираю влажной салфеткой фартук тщательно от всех жировых там каких-то брызг, еще чего-то. И перехожу уже к уборке пола. Пропылесосила я, значит, ковер своим беспроводным пылесосом. Очень мне нравится. Большой мой помощник в уборке. И буду переходить в спальню. В спальне мне нужно будет также протереть поверхность со всех пыль с тумбочек, с кровати, на моем туалетном столике, комоде. Небольшая мотивация вам на уборку в своих гнездышках, в своих домах. Ну что, друзья, поснимаю здесь на фоне красивых лампочек, на фоне гирлянды красивой. Покажу вам, что купила. Сейчас была в магазине, буквально несколько покупочек сделала и покажу вам, что. Значит, первое, что купила, вот такой вот крем для рук с запахом шоколадного печенья. Уже намазала им руки. Вот знаете, перед Новым годом хочется чем-то вот прям обмазаться вкусным, знаете, вот пить какой-то горячий какао, есть мандарины. Я сейчас купила мандарины, целый килограмм вот этих вот маленьких бэби. Очень вкусно, очень любим мы их всей семьей есть. Сосед, блин, здравствуйте, решил посверлить, как всегда, когда я снимаю. Очень вкусный аромат шоколадного печенья. Развивается даже аппетит у меня здесь. Приятный крем, очень приятный аромат у него. И я люблю, когда есть крем для рук всегда на рабочем столе, возле компьютера, чтобы можно было намазать руки, потому что от воды руки очень сильно сохнут. Так, также купила два бальзама для губ. У меня почему-то все мои бальзамы для губ закончились. Вот выбрала вот эти вот два варианта. Один от Pantenol Eva. Неплохой, в принципе. У него такой какой-то аромат, ну, какой-то фармакосметики, знаете, такой вот. Немножечко травками какими-то пахнет. И вот я уже нанесла на губы от Holy Poly бальзам. Очень приятный аромат у меня со вкусом клубника и крем. Как клубника с молоком. Знаете, вот помните, раньше в новогодних подарках были такие конфетки, карамельки, клубника со сливками. Вот это пахнет так же, клубника со сливками. Очень приятные бальзамчики. И купила два карандашика. Один карандаш для глаз от бренда Parisa. Смотрите, какой красивый оттенок. Такой какой-то нежно-пыльно-розовый. Это для глаз карандаш. Я вам сейчас сделаю сводч. Вот он. Мне кажется, его будет классно наносить в слизистую, даже как вот, как типа чередовать его с оттенком шампанского. И второй карандаш для губ купила от Belor Design. Автоматический, в оттенке 201 Nude. И чем мне он привлек, этот карандашик, так тем, что 201 карандашик у меня есть от Luxe Visage из коллекции Pinup, и он мне очень нравится. Так что теперь у меня будет еще и такой вот автоматический карандаш от Belor Design, правда. Вот буду с удовольствием пользоваться, уже не терпится нанести на глаза и на губы эти карандаши и попробовать, но это когда уже буду делать макияж. Вот.
Так что у нас на улице сегодня мороз, минус 17 градусов. Я сейчас была в магазине, сходила в магазин, купила там некоторые хозяйственные товары, которые нужны были для дома, и продукты. Вот, также купила, у нас сидит женщина возле магазина и продает ягоду. Ну, просто, как знаете, теневая экономика, да? Купила прям вот такой вот большой контейнер замороженной облепихи и заварила чай. Чай с облепихой, с медом. Сейчас Стас с Андреем вернутся домой, будем пить вкусный чай. На этом, наверное, я уже буду завершать этот влог. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Я желаю вам всего самого лучшего. Смотрите мои прошлые ролики, ждите мои следующие ролики. Всем удачи, всем пока-пока!